зону огня. То же самое работает. Крыш. Центр. Цель! Цель! Фу. Прикрываю. Смотрите, мы все делаем шаг по шагу, динамически одновременно. А между нами еще есть много места на экипировку, чтобы входить. Все зависит от работы на ногах, так как Алексей тоже работает. Смотрите, один шаг и здесь. Как вы уже стоите, это уже есть крыш до проверки. Крыш, центр. И уже проверяем центр. И один шаг вперед. То же самое. Здесь, центр. Смотрите. До конца эта линия, которую я вам показывал. Эта линия опасна, зато в углу гора есть. И здесь входим левую ногу в помещение. Уже готов помещение. Твердые, жесткие, динамические шаги помещения. От этого много зависит. От динамики входа. Динамика и... Что это есть важно для вас, ребята? Что есть вашим главным закрытием? Вашим главным бронежилетом в этом входе? Как думаете? Угол. Стена. Нет. Время. Тоже нет. Напарник. Ваш огонь. Это ваше главное, как назвать? Оружие. Это ваше главное бронежилета. Стена огня, которую вы можете сделать. Это вам помогает только. Тактика, время вам тоже помогают. А ваша главная охрана, это стена огня, которую вы можете сделать. Понимаете, что если входишь сразу, идет огонь. Закрываешь огнем. Видишь, как я стою? Как только можно, охраняю свою часть. То, что я вам говорил, уже как мы в холостой работаем, чтобы не было у вас привычки широкой, только узкая привычка на руках. Когда есть подход, видишь сам, как человек работает. Смотри. Паша, встань в центре здесь, в центре встань. Видишь? Посмотри, сколько ты меня видишь. Видишь? Смотри, а ноги до конца работают. Чем меньше шагов, то лучше. Это стабильнейшая позиция. Это центр, да? Видишь, как? Да. Нужно ближе себе работать. Ближе. Это один из вариантов входа. Потом начнем входить одновременно с одной стороны. С этой стороны.